Бонусная глава. Ну да, тоже погнали. Погнали бонусную главу у нас. Я брежусь все, если что. Джин, помоги мне. Мне перенесло видео о Джо, как будто его душа не может успокоиться. Как будто ему что-то нужно. Мисс Блэквуд под домашним арестом. И я знаю только одного человека, который сможет мне помочь. Здравствуй, Джейн. Я рассказывала о том, что я сделала, и заглядывала в свою вину. Но я до сих пор под домашним арестом. Думаю, наилучшее решение твоей проблемы будет... Так, спиритический сеанс. Все, что тебе нужно найти в подвале того дома, в котором потусторонние оставили для тебя ловушку. Удачи тебе. Нет, у меня времени снова рассматривать что-то там. А, давайте, короче... продолжаем проходить игруху. Я там все-таки обрежу, наверное, серию. Там 3 минуты было еще видео до конца основной игры. Теперь у нас типа бонусная глава, и мы вернулись в здание, чтобы успокоить духа Джона. Поэтому как-то так. Поехали. Так, свеча поджечь, я понял, чтобы фигурку сделать, да? Часы. Ну, в принципе, это тот же дом, где мы были раньше. Ну да. Кусочек пазла. Улики. Кнопочка. Так, тройничок. Головоломки. Поехали. Снова же. А где лупы мои стоять? Мне нужна лупа. Лупа, ДНК. А, я понял. Верните, пожалуйста, спасибо. Бактерии теперь мне нужно. Зачем так сложно? Баночка, там мне нужны сюда. Теперь молекулы меняем. Не хочу. Снова морочиться, там хер знает на сколько серий. Шкаф. Так, ну в принципе у нас все есть. Или нету? Клей. Но свечку мы можем поджечь. Свечку поджечь можем. Вон на что. Накапать фигурку воска. Хорошо, у нас есть сейчас детали. Почему показано, что я могу коробкой воспользоваться. На этом... А, имеется в виду вот эти, что ли? Штуки, да. Мне еще одна нужна. Еще где-то одна. Так, вилка. Пусть нужен амулет. Полиция, видимо, тут уже побывала. Если мне не попасть. Гвозди чем-то нужно колоть. А что у нас? У нас клавиша есть, растворитель есть. Растворитель.
Так, кусочек. Не знаю, код можно так. Тыкай хоть до бесконечности. Ящик, где... Где тут ящик был? Ящик у нас в руках был. Деталь. Видимо, надо искать скрытые символы. Которые я упустил. Айс. Ну, айс. Коробка. И... А, они сами добавляются. Даже время тянуть не надо. О. Легко. Шкатулка, дракон. Дракон здесь у нас. Дракон сюда, сюда. Забираем вилку. Очередные головоломки, которые нахер мне не сдались. Пропущу в первый же момент. Пропущу в первый же момент. Там черный дракон нужен. У меня черного нету дракона. Не, ну они типа на своем месте стоят, но мне нужен этот, на белый поставить. Сука. Ты сделаешь. Внутри ли я хуй знает. Ва, нахуй я так мудрить. Ладно. Вилки под ковырнем нет. Причем бы нет. Нахера нам вилка? Зачем нам вилка? Зачем нам вилка? Я тебе предлагаю вилкой подковырнуть. Нужно когда другим под... Ножик у нас есть, но нам не хват... нету деталей. Нажал это за которым можно типа вытащить. Нет у нас этой херни. Хочешь сказать, вилкой будем... Значит, типа камни мы не можем, да, вот так, типа под шкрябой там чем-то сделать. Но мы можем гвозди повытаскивать вилкой. Класс. Ладно, поехали. Эти говорящие тыквы. Думаю, с помощью этой штуковины я смогу вступить в контакт с Джо. Ты все еще разговариваешь, так я ж призраков как бы. Меня от этих тыкв до сих пор в дрожь бросает. Ой, эй, мужик. Чокнутые ученые все-таки да, они закидываются нам. Еще можно идти. Тобой что ли подковырнуть? Пошли. Чем-нибудь ударить? Растворителем. Кнопкой ударь. Да типа. Не знаю. О, кнопка стоять. Молоток. Так, в печатную машинку нужно. Молоток еще взять. Кусочек детали. Деталь как раз для ножика. Так, буковка М. Кнопка, ножик есть, хорошо.
Так, печатная машинка, кнопка К. Поставить сюда. Свечкой зажечь все. Пока она зажигает, мы попьем водичку. Готово. По карте у нас задание есть. Ага, все вижу. Ножом обрезать. И букву М вставить. Книги. Это отмычка у нас. И лист бумаги. Лист бумаги, походу, сюда. У нас все равно не хватает буквы. Отмычкой давай тогда взломаем эту херню. Я ее там вообще даже не увидел. Я на шарик нажал. А, не суть. Скорее всего, нам сейчас код, да, напечатают. Че? А, найти нужно. А. А и один. Смайлик. Короче, давайте все буквы найдем, которые мы пока что видим. Так, М. Плюс. Л, Г. Г, Л. Смешно, запятую найти. Где мне запятую искать? Вы дубу рухнули. Не, ну это типа это, с которой я могу взаимодействовать, поэтому... Первый знает, пацан. О, нормально. 9-3-1-18, хорошо. Ну, код это мы понятно, знаем, куда вводить. Вот код нам нужен. 9-3... Готово. Часть хорошо, это сюда в плиту вставляем. Джейн, я не могу успокоиться. У меня такое чувство, что с моей мамой не все в порядке. Найди ее и убедись, что у нее все хорошо. Добро. Эта карта приведет тебя к моей маме. Хуйная карта. Надеюсь, смогу разобраться. Почему на карте какие-то планеты, блядь, я не знаю. Ну, если я смогу разобраться с этой картой, блядь, на ней какое-то заклинание. А, заклинание. Три в ряд, да? Это типичные игры, знаете, типа в три в ряд. Сейчас молнии будем собирать еще. Бац, бац, бац. Ну, давайте пятерку соберем. Ну, а видите, а мне не дали супер там деталь, с которой могу сколько хер знает сколько уничтожить. Сколько же. Так, птица. Зелень. Фиолетовый. Бац. Красный сюда. Синий. Фиолетовый. Голубь. Так что у меня мало вариаций. Что делать? Мне нужна фиолетовая деталь. Ладно, сейчас заменим на красную. Готово. Спускаем вниз. Дым. Птицы.
готово, хорошо. С этой стороны. Вообще ни хера не видно. Хотя нет, можно замутить вот эту тему. Это, блин, настолько долго все делается, я манал. Я манал все это дело. Так, красное. Зелено-синее. Ах, фиолетовая упала, жопа. Жопа. Глаз. Мне бы вот это как-то опустить. Пустил. Припустил, опустил. Кого? Оно мне все ломает. Я... Так, хорошо, зеленый подгоняем. Мне нужно подогнать зеленую. Сломай сейчас все к чертям, классно. Ладно. Это уже будет тысяча мороки. Ну что, мы типа ради только достижения будем работать? Думаю, на верном пути. Попадите в дом. Пипец, она живет где? Ключ нужен. Питка, чего-то не хватает. Листик. Машина. У нас этот есть. Так нужно убить чем-то. Так. Растворитель. А у меня нет. А, у нас шестереночек все есть. Все. И все. И у нас только краска осталась. Так, болты, так, гаечные по ключу можно было бы открутить. Мне нужно как-то машину открыть. Нужен ключ, не открывается. А, гном. Том. Три штуки нужно таких. Так, создаем скелета. Готово. Мы получаем лестницу. Мы на балкон, да, полезем с вами? А, окно у нас есть. Да. Отлично. Вылетаем в дом. Нихера себе, какой-то оборотень. О, тихо, малой, малой, тихо. Да, спрячься ты нахуй. Смерть. Я думал, это скелет, оказывается, это смерть. Так, кисть. GG. У нас ничего такого нету, ясно. Так, краски, деталь. Черная краски не хватает. Так, красная. А, у нас синий нету. Синий, зеленый, желтый. У нас много чего. У нас много чего не хватает. Ключ от машины. Погнали сразу в машину. Так, это коробки должны прилагаться какой-то знак, изображающий инструменты.
Но здесь, наверное, раньше была защелка. Защелка. Нужно еще где-то поискать. Хорошо. Так, камни. Раз камень, два камня. Три камень. Это чего? А сюда? Нет. Код от сейфа. Код от сейфа стоять. Нам еще нужно найти кусочки сейфа. Так, осьминожка сюда. Так, мы открыли чердак. Опа, еще что-то есть. Список заданий, какие-то точечки. Расческа. О, расческа. Делать нужно. Список задач. Причем это вообще здесь? Типа расческа, ножницы, хорошо. Может, ножницы? А, ну а что? Подарок. Шапка. Вернее, расческа, грабли. Шапка. Шапка. Где шапка была? Шапка здесь. Шапка. Еще понимать, где что двигается. Расческа. Грабли. Короче, вот эти нужно две еще вещи найти. Только понять. Ага. Магнит. Или это качая рыжка. Грабли. Еще где-то грабли. Ясно. Дверная ручка. Окей, дверная ручка. Нужно чем-то закрутить. Вопрос хороший, только чем? Мне бы это тоже очень бы заинтересовал момент. Чем мне закрутить? Так, ладно, кисточку давай сюда. Мне еще до хера красок не хватает. Так, есть какой-нибудь принцип, чтобы оторвать эту пуговицу? Принцип? Тяни. Хороший принцип. Да не, все здесь находится. А, смотрите, что это? Щелка. Защелка. Так, отвертка, фонарик. Нахрена мне фонарик? Ладно, может, здесь что-то пригодится. Так, готово, поехали. Это ванна с шоколадом. Теперь с вином. Ух, это было просто видение. Я подумал, это... Так, поменял цвет. Я уже подумал, что это этот. Так, отвертка. Ну, отвертка, ло. А. Ясно. Что это уже хентай с этими... Тентаклями? Почему бы нет? Пу-пу-пу-пу-пу.
Зачем она тебе? Ладно. Тумбочка. Тумбочка. Ой, ё-моё, ё-моё, ё-моё. Я не могу понять, зачем нам что-то. Ладно, подсказка. Сейф. Ну вот, ручка со стрелками. Или у нас еще что-то есть? Шестерка есть. О, я захожу сюда и... Да ладно. Прикинь, я знал, что туда можно нацепить. М? Твердка сраная. Перекрутить. Чем? Чем ты перекрутишь? Чем? Скажи мне, пожалуйста, чем ты будешь перекручивать? А что? Я... А что, тут еще что-то есть активное? Ну да, тут что-то еще есть активное. Палатик, я не знаю, там залезть. Там мыло только. Я хотела воды набрать, но здесь нет одного вентиля. В смысле, так мне уже сказали, что она не хочет. Чё, пуговица? Ну да, мы же тогда в прошлый раз с монеткой, да, делали это? В принципе, да. В принципе, логично. В принципе, держу в курсе, в принципе, логично. Принцип ясен, принцип понятен. 31. Поищем еще одну ручку. Нужно найти какую-нибудь чашку или типа того. Где у нас еще что было? Двор. Что мы во дворе можем сделать? Открутить ящик, хорошо. Я не знаю, просто могу сейчас серию закончить, но, блядь. Ни хрена себе, топор. Чё, поехали? Мне по цветам нужно делать? Походу нет. Вам. Три. Четыре. Три. Пять. Один. Шесть. Идём. Так, сейф, поехали. Готово. Самолет, перчатка, ключи, булавка, рулетка, чернила, бирюза, наперсток, скелет, надпись, конь, брошь. Так, чернила. Ключ. Конь. А, самолет, брошка. Самолет, брошка. Это булавка. Перчатка. Перчатка, скелет. Скелет рыбы, скорее всего. Рулетка. Бирюза. Просто рулетка, бирюза, чернила.
Надпись. Так, мне нужно... У меня есть что-то, да? Так, ну, рулетка, ладно. Чернила. Чернила вот. Чернила пока главного жанра должны торчать перо. По жанрам игры, да? Ага, так, перо. Поехали. И надпись. А вот надпись мы бы могли этими чернилами и написать. Но, увы. Ах, ух. Ага, надпись. Так, тут что-то мелко написано, надпись. Да не написали. Мелик, мне нужен меликом. Меликом дописать. Ключ, 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 ключ. Всевидящее твое тело скоро станет моим. Кто это там? Мужик, у меня топор. И чё? А, типа в каком порядке делается? Ну, без надписи, потом с надписями. А есть вот эта разница? Ну, ладно, пускай это будет. Середина, середина, буквы, кружочки, вот это. Не беси. Ну, беси меня. Это там стрелочек вообще нету, там есть надписи, но не очень длинные. А кстати, мне нужно вот это. Готово. Джин, помоги мне. Что это с лицом? Я сделал все, что смогу, чтобы найти помощь. Бла-бла-бла-бла-бла. Кусочек еще дерьмо закрыто. Туфли. Воды принести женщине. Воды. Чем мы ей воду принесем, алло? О! Так, это неплохая идея. Мои предки меня впечатляют. Все видящие не остановили в мире попусток. Потусторонних много найти. Так, потусторонних? Много тайников. Так, ведь никому не, не придет в голову искать там ценные вещи. Вода. Вода, 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 вода. Водяная, водяная, поехали. Нету, хорошо, давай холодной водички нальем. Забрать, побежали, наверх. На! Ебало ей, прысни. Джейн, я сразу же тебя узнала. Ты моя дочь. Я вынуждена была так оставить вас живо в приюте, чтобы уберечь вас. Меня преследовали. Я клянусь, если мы когда-нибудь отсюда выберемся, я больше никогда тебя не оставлю. Проклятие, это аура бесплотности. Это ужасно. Так, мне можно помочь только талисманы излечения. Но он спрятан где-то в потустороннем мире. Ты должна его найти, но сначала тебе нужно достать их. Из шкафа треугольный амулет. Без него ничего не получится. Окей, не. Типа не доп... Ну да, считать дополнением. Так, забираем треугольник, нам нужно отправиться в потусторонний мир. Кажется, именно это мне и нужно. Вернуться в дом Мэри было несложно.
Я открыла портал и перешла в мир потусторонних. Не думал, что снова тебя увижу. Так, вот... Думаю, я знаю, зачем ты сюда пришла. Мы ищем талисман, который смог бы исцелить проклятие. Твои предки, так, спрятали его на территории. Это поможет тебе отыскать тайник, я надеюсь. Так, какой-то камень. Удивительно, даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации найдутся друзья, готовы пройти на выручку. Так, стоять. Оп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Что, тут больше ничего нет? Тут есть пазлик. Пазл, есть пазл, пазл, пазл. Пазл, пазл, тоф. Так, надо чем-то достать. Надеюсь, я найду здесь что-то, что мне нужно. Не знаю, посмотрим. Так, еще кусок камня. Буква, листик. Завитушка. Это шестерка? Подойдешь? Нет. Тихо. Тут кто-то есть. Давай, влазь. Мужик тыква. Так, остался еще один. Так, что по альбому у нас? Ты не вцепишься. Так. Ну, это у нас типа всадник. Ну все, я собрал весь альбом. Мне одной фигурки не хватает, все равно. Может, посветить лучше? Так. А я думал... А, там нужно было подсветить, я подумал... Типа это подтянуть. Ладно, давайте. Тыкви, буква, которая последняя нам нужна. Походу, я опять буду просто серии соединять. То, что сейчас, кажется, уже конец, да? Птичкам. Поиск предметов. Так, изменяющиеся предметы. Бац, 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 бац. Бац, бац. Бац. Фигурка, бац. Получите волшебную сферу. Хорошо. И сюда. А я не помню, чтобы тут что-то было. Так, найдите талисман. Ну так мы ж нашли. А, сферу. Бац, бац. Это последнее. Так, найди талисман. Хорошо. Кажется, именно я это и искала. Спасибо тебе большое. Я тебя никогда не оставлю. Теперь моя душа может быть спокойна. Классно. У нас заканчивается дополнение, да? Че, давайте тогда вырежу предыдущий, там, блять, столько вырезал. Вы прошли бонусную главу, теперь вы можете открыть тайную комнату и в бонусную меню. Ладно, тайная комната.
комната. Мини-игры. Ну, в принципе. Что у нас есть, чего у нас нету? По альбомам у нас все собрано. А вот по фигуркам у нас не собран только один. Это Йети. Тайная комната. Ну, как-то так. По достижениям, что у нас было последнее достижение, я не помню уже. Вот это, да, любитель фотографий. Найдите первый фрагмент. Нет. Живой ум. 5 предметов СП подарят за 5 секунд. О, изи. Ну, короче, как-то так. Тут раз, фотка, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы еще не нашли. Давайте поэтому на этом, я думаю, заканчивать. Это у нас уже, в принципе, последняя серия, да, была. Да, я там вырежу, присоединю. В принципе, игра прикольная, да. Тут есть скримаки, есть какой-то свой собственный сюжет. Может быть примитивный, может быть и нет. Но тут даже есть анимированные все вот движения, да, тут картинки, все такое в таком духе. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем удачи, и до следующих прохождений подобных игр, либо просто вообще прохождений других игр. Поэтому всем пока.